Раньше были масляные выключатели, которые после повреждения, у него был выброс масла. Ага. И для того, чтобы его просто включить, надо было обязательно вызывать бригаду, которая доливала туда масло. Да, это все, да? Вакуумные выключатели, никакого масла, экологически чистые. Все, вот это важно. То есть сокращается время возобновления подачи. Конечно, намного. Да. А намного это на сколько? Ну, в разы. Надежность инженерной системы оценивается не только запасом прочности, но и тем, насколько оперативно можно будет ликвидировать неисправность, если она возникнет. Целое здание с современными приборами. Каждый такой шкаф отвечает за отдельную линию, которая ведет к определенной группе потребителей. На втором этаже – мозг системы. Каждый кабель идет к своему датчику. Автоматика анализирует информацию и управляет работой агрегатов. Сердце – два новых трансформатора. Их суммарная мощность больше, чем того, что работает сейчас, примерно в 2.5 раза. Строительство идет параллельно. Подстанция «Пионерская» питает Витязева. Действующих мощностей уже не хватает. Объект общей стоимостью более 400 миллионов рублей планируется сдать в середине июля, как раз к самому разгару курортного сезона. Для того, чтобы обеспечить напряжением эту подстанцию, сейчас производятся работы по реконструкции подстанции ЖМТ с установкой двух ячеек, оборудованных или газовыми выключателями. Для чего это делается? Сейчас с подстанции ЖМТ сюда тянется линия, кабельная линия 110 кВ. Да, то есть, сами поймете, то есть мы увеличиваем надежность всего этого района. В том числе этот центр питания, подстанция «Пионерская», не только на Витязево, а дальше идет и аэропорт, и Джигинская, то есть в ту сторону. В этих бухтах более 5 километров кабеля. Его проложат до ДЖМТ. Энергетики поясняют, если систему менять, то желательно всю. Годом раньше увеличили мощность в ДЖМТ, Анапской, как говорят специалисты, центрах питания. Общая сумма инвестиций более 1,5 миллиарда рублей. Со своей стороны, независимая энергосбытовая компания НЭСК в 2016 году провела ремонт более чем на 10 узловых объектах, построили 10 трансформаторных подстанций и проложили 16 километров новых сетей, воздушных и кабельных, вложив в свою инфраструктуру более чем 90 миллионов рублей. Я хочу поблагодарить руководителей этих предприятий за понимание и вложение средств согласно инвестиционных программ и четко, еще раз хочу сказать, понимание проблемы, которая у нас существует. Когда будут исчерпаны обновленные мощности, сказать сложно. В настоящий момент в том же Витязево фиксируется ежегодный прирост потребления на 10%. Таким образом, новых трансформаторов теоретически должно хватить лет на 10, а то и больше. В целом, все будет зависеть от интенсивности развития города-курорта. Сейчас энергетики думают над следующим шагом. О конкретных планах говорить пока рано, но определенное видение ситуации есть.